дивным образом оказался в зоне выдачи вот этого новенького Mercedes-Benz GLS 450 Firmatic. Стоимость такого автомобиля в данном исполнении First Class составляет что-то около 10 миллионов рублей. Такой ключ. Посмотрите, просто небесной красоты автомобиль в данном случае. В черном цвете, на черных дисках. Это просто что-то с чем-то. Прям пахнет роскошью, дорогим автомобилем. Сколько же технологий здесь. Блестит и сияет. Да. Настоящий luxury. Система доступа без ключа, безусловно, здесь сенсор находится. Так, открываем автомобиль, вот так закрываем, если вам нужно. Прям как открыть сердце у девушки и закрыть его. Что-то наподобие этого. Огромные двери, массивные. Вот этот уплотнитель просто нереальный. Шумоизоляция превосходная в этом автомобиле. Запах сразу бьет просто дорогого автомобиля. Посмотрите, какая развитая огромная боковая поддержка, перфорация. Здесь очень много элементов, которые направлены на безопасность и на комфорт. Поясничный подпор по четырем направлениям. И здесь полный электроарсенал. Бёрмистер аудиосистема, подогрев и вентиляция сидений. Полный электропакет, безусловно. Давайте присядем. Нечто особенное, просто не автомобиль. Запускать двигатель сейчас мы не будем, так как он в зоне выдачи стоит. Это будет статичный обзор внутри и снаружи. Смотрим, трехспицевый руль. Кожа высочайшей выделки в данном случае. Чтобы включить зажигание, не нажимаем на педаль тормоза. Один раз нажали, и второй раз зажигание активировалось. Посмотрите, какой салон. Космический корабль, просто-напросто электропривод для рулевой колонки. Дисплей по 12,3 дюйма, подрулевые лепестки. 9-диапазонная автоматическая коробка передач. Вот здесь селектор, такой маленький, даже непривычный. Двойные стекла для лучшей шумоизоляции установлены. Это микрокосмос. Микрокосмос просто. Все очень продумано, детально просто. Слежение за разметкой, различные электронные ассистенты. Четырех зон здесь должен быть автоматический климат-контроль. Такие дефлекторы вентиляции небольшие. Тачскрин-экран. Все работает прекрасно. Без задержек, без заминок. Давайте посмотрим под меню комфорт. Баланс даже обогрева имеется. Посмотрите. Затем это установки. Так, давай. Если автомобиль буксирует, то есть слежение за разметкой, чтобы отключить сигнализацию. В общем, автопилот, скорее всего, есть вспомогательная система автомобиля. И вы посмотрите на эту графику. Mercedes сейчас делает что-то просто невероятное, как по мне. Это настолько продуманные автомобили. Конечно, Audi и BMW тоже стараются, но Mercedes, он держится отдельным особняком. Все продумано, это уже, скорее всего, следующее поколение. Возможно, они не переименовали Mercedes-Benz Command, я допускаю, что это так, но может даже система называется по-другому. Здесь USB-C, Type-C и также для зарядки слот. Шпон, дерево. Высочайшая кожа выделки. И, как видите, вот это тиснение тоже. Обрамление с подсветкой. Все очень аккуратно. Этот тачпад, активация для камер. Навигация, радио. Все работает просто идеально. Не придраться абсолютно. Пневмоподвеска установлена. Жесткость можно менять также. Различные дополнительные электронные системы. Вот этот тачпад. Здесь у нас вход тоже USB-C. Все обито бархатом, ткань. А в данном случае контейнер для очков, подсветка имеется, SOS, панорамная крыша. Здесь такая подсветка.
Безусловно, это диоды. Дополнительные козырьки имеются. Микрофон для hands-free. И вот здесь также у нас такое же сказочное оформление. Попробую подстроить под себя кресло. Притом выдвигается вот эта часть. Алюминиевые накладки на педалях имеются. Да, сидушки просто невероятные. В движении сложно писать автомобиль. Нужно пройти тест-драйв. Именно тест-драйв. Такой космос. Подсветки везде. Подсветка абсолютно каждого элемента. Даже вот этот элемент идет с подсветкой. Настолько продуманный автомобиль, еще поискать это однозначно. Подогрев руля вот здесь также. Это как произведение искусства. Сейчас это действительно некий, не побоюсь этого слова, скорее всего, Apple продукт на колесах. Все очень гармонично в данном случае. Диски стоят 23, 325 на 35 АМГ-шные диски. Огромные просто. Pirelli Pizera. Доводчики дверей, безусловно, установлены. Массивные двери. Это невозможно не прочувствовать. Семиместное исполнение. Давайте присядем. Так, сейчас аккуратно поправлю. Нет ручек, но запираться, в принципе, удобно. Здесь, если мне не изменяет память, держатель для планшета должен быть. Доводчики также работают. Кресло сдвигается, электропривод. По сути, это S-класс внедорожник. Также электропривод для подголовников. Просто что-то невероятное. Здесь всевозможные элементы освещения имеются. Как я уже говорил, четырехзонный климат-контроль, управление для климат-контроля. USB-C здесь, зарядка, все новомодное. Нечто особенное, а не автомобиль, однозначно. Сколько здесь роскоши. Каждый элемент кричит, он пропитан роскошью. Такие шикарные подстаканники. Я думаю, шутки в данном случае неуместны для этого автомобиля. Хотя можно, конечно, поругать за качество пластика. Вот эту, как в дешевом автомобиле, они могли сделать какой-то более мягкий и податливый пластик, но почему-то этого не сделали. То есть даже когда вы закрываете, слишком громкий звук, как по мне, акустический комфорт нарушается. Если кто-то будет вот так брякать, да, в автомобиле, даже водитель испугается и убежит. То есть есть еще поле для доработок в этом автомобиле. Кожа очень классная, конечно. Вот в Lexus мне больше нравится, но здесь тоже не особо грубые выделки, качественные. Так, мы закрылись, друзья. Здесь еще, кстати, подогрев сидений. Неужели он закрылся? Ага. Как-то вот та дверь, скорее всего, электронный замок сработал. Так, давайте пересветим туда, отсюда. И посмотрим, насколько вместительно багажное отделение. Идеально работают. О. Так, электропривод для крышки багажника. Камера заднего вида есть. Она, кстати, открывается по необходимости только. Спрятана. Складывание. Второго и третьего ряда сидений электропривод имеется. Такой багажник здесь. Знак аварийной остановки. Проушина для буксировки. Алюминиевые накладки. Вообще все очень продумано. И здесь у нас имеется также аптечка. Так, сейчас установлю. Шустрая крышка багажника. Подсветкой вот здесь прячется камера. По необходимости она выстреливает и показывает вам пространство перед автомобилем, точнее позади. Подвеску можно назвать в данном случае просто
убаюкивающий. Как ни крути. Че, у меня собака вот так выстреливает. Рекомендация по давлению. В шинах 23-й можно ставить. Это что-то невероятное. 23-й диски. Он настолько притягательный, этот автомобиль, что просто, когда даже рядом стоишь с ним, происходят порой невероятные вещи. В данном случае это тоже подогрев и вентиляция. Давайте присядем. Удобные, кстати, подножки прорезинены. Вот эти элементы, ничего не скользит. Очень удобные вещи. Бардачок можно закрыть на ключ. Здесь air purifier, то есть можно выбрать определенный аромат по своему вкусу, какой-то утонченный запах. Все будет с таким классным ароматом благоухать в этом автомобиле. Держатель для карт здесь имеется, держатель для ручки, такой еще вещевой бокс. Оформление передней части абсолютно никаких вопросов не вызывает, а вот задняя часть, конечно, могло быть бы и получше. Хотя критику восторженно принимает этот бренд, и они очень чутко прислушиваются к, соответственно, мнениям клиентов и добавляют различные системы, которые улучшают жизнь благосостоятельных людей. Здесь находится, соответственно, камера с подсветкой. Роспись, как видите, на лобовом стекле, это эксклюзивная. И здесь мультибим LED диодные фары, которые стреляют что-то около 500-600 метров, они бьют спокойно, освещение идеально здесь. Тут, кстати, в качестве опции можно заказать саму эмблему с подсветкой Mercedes-Benz. Давайте сейчас я, наверное, открою капот. Находится рычаг традиционно для Mercedes-Benz, он окрашен в красный цвет. Так, давайте попробуем включить фары, если они включатся, и хватит заряда аккумулятора. Вот так, в общем, все освещается. Итак, под капотом шестицилиндровая турбо, все очень компактно. Надежность данных агрегатов не вызывает никаких сомнений абсолютно. Баст установлен, также предпусковой обогреватель. Здесь лямбда-зон находится, кислородный датчик. Забор воздуха, кстати, очень грамотно организован в данном случае. И крышка. Все прикрыто, за шумоизолировано. Потрясающий по своей красоте внутренней и внешней, и по наполнению автомобиля. Как видите, все элементы аккуратно прикрыты. Фонари, вы посмотрите, какое освещение. Что-то невероятное. Такой Mercedes-Benz GLS 450. Сейчас, кстати, очень, кстати,
Сейчас, кстати, очень кстати, идеально просто. Я уже разволновался от такого шикарного автомобиля. Надеюсь, вы это мне простите. В общем, они переименовали Rap Raiding, как он называется, был у них, когда не ML, а стал GLE, то есть на базе Ешки, GLC на базе Цешки и GLS на базе Эски. Сейчас все прозрачно, понятно, это уже не GL, не GLK, не М-класс, не ML. В общем, довольно удобно. Но нужно было фанатам, конечно, перестраиваться. Несмотря на некоторые трудности. Вот такой автомобиль. Конечно, немного напряжения есть, потому что нужно максимально детально рассказать про этот автомобиль, а не просто подойти и сказать: «Вау, посмотрите, какая тачка». Это очень высокотехнологичный продукт, который требует досконального изучения. И поверьте мне, изучать здесь есть что. В любом случае. Давайте, наверное, еще немножко пороемся в недрах этого меню. Если перечислять все электронные системы, я вас уверяю, формат этого видео не позволит мне это сделать, так как это потребует час-два, то и больше времени, чтобы рассказать обо всем. Здесь настолько детально все продумано, нас оповещает о каждом действии, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да-да-да, радио заиграло. Copyright issue, как говорится, опять авторские права. Защита от буксировки. Такой отклик. Наконец-то немецкие автомобили появились с тачскрином, они до этого вообще категорически отказывались от тачскрина. Мол, это ненадежно, неудобно. Сейчас как-то более-менее смягчили свои позиции. Вот. И все удобно использовать. Здесь профили. Все понятно, детально и понятно. Это не системный блок, в котором нужно разбираться часами. Я думаю, поездка там в пару сотен километров вас явно обрадует на этом автомобиле и пристрастит к нему. Такая рисованная приборка. На этом, скорее всего, я завершаю этот обзор, потому что время уже идет, и мне пора представлять другой автомобиль. Вот эти элементы, конечно, они не переборщили, а прям как нужно сделали. Здесь тиснение, здесь все затянуто в мягкую кожу. Кстати, это не пластик. Вот эти планшеты прям идеально интегрированы сюда. По сути, идеальный автомобиль в премиум сегменте. Если у вас AMG, это вообще космос. На этом обзор Mercedes-Benz GLS 450 2020 года выпуск завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Кстати, это Mercedes-Benz Орловка, официальный дилер. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Адьос, друзья!